Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 611. Нам нужно найти значение выражения и пункт А. 30 минус 2 нужно умножить на 5. Давайте найдем значение этого выражения, пользуясь распределительным свойством умножения. 30 умножим на 5 и 2 умножим на 5 и найдем разность этих произведений. 30 на 5 будет 150, 2 на 5 – 10, 150 минус 10 – 140. Пункт Б. 7 умножается на 60 минус 2. Тоже воспользуемся распределительным свойством умножения. 7 умножим на 60 минус 7 умножим на 2. 7 на 60 будет 420, 7 на 2 – 14, 420 минус 14 будет 406. Пункт В. 85 умножаем на 100 – 37 минус 75 умножаем на 100 – 37. Здесь у нас и здесь множитель 137, поэтому можем из 85 вычесть 75 и умножить на 137. 85 минус 75 будет 10 и умножаем на 137, получаем 1370. И пункт Г. 78 умножается на 214 минус 78 умножается на 204. Здесь 78 и здесь 78, поэтому можно 78 умножить на разность. 214 минус 204. 214 минус 204 будет 10, то есть 78 умножаем на 10, будет 780. И выполнили задание 611. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Из вопросов, предложения или пожелания подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.